Баночку из-под йогурта обрезала, оставив петли для ручек. Раскаленным на огне шилом проделала отверстие. Сейчас оклею салфеточками 6-7 слоев, так как баночка оказалась очень мягкой. После высыхания сделала два витка шпагатом. Шпагат укрываю салфетками в один слой. После высыхания покрасила белой акриловой краской. Для ручки взяла проволочку 17 сантиметров. Посередине намотаю ниток и прихвачу клеем. Это для того, чтобы зафиксировать трубочку от коктейлей, чтобы она не спадала. Сейчас сделаю из салфеточек декупаж.
у меня заготовленные есть вот такие отливочки из ваты и клея. Они мягкие и можно наклеить на любую поверхность. Вот эти молды я использовала. После того, как я их наклеила, также покрыла белой краской. Сейчас приделаю ручки. Золотистой эмалью пройдусь по белым ведеркам. Сейчас все ведерки покрою лаком. К ведеркам с салфеточками подобрала краски и сейчас сравняю рисуночки. Покрою лаком. И сейчас, смешав бронзу и серебро, пройдусь по ним.
Такие ведерки будут интересно смотреться на столе под освещенное яйцо, также в них можно сделать композиции, и, по-моему, особенно будет интересно это деткам. Подписывайтесь на мой канал, еще много интересного впереди. Поддержите меня. Это мои первые шаги. Спасибо большое за просмотры.